Весенняя копель в середине августа. В детском музейном центре открылась выставка, которую изначально планировали на апрель. Сроки перенесли из-за пандемии коронавируса. Но вот все встало на свои места, и детские картины украсили стены центра. Выставка творческих работ проходит в рамках проекта «Симбирская Аркадия Пластова глазами юных художников». На них изображены как раз-таки Симбирск, Ульяновск, также окрестности нашего города. И, конечно же, особого внимания заслуживают работы, которые ребята выполнили в новой для них технике. Это сепия, где они изобразили войну. Сепия – это особый мягкий материал в виде мелка или карандаша. Его коричневый тон позволяет сделать работу, которая становится похожа на ретро-фотографию. Именно эту графику и осваивали ученики двух детских школ искусств. На данной выставке мы видим работы разных возрастов, начиная с первого класса, заканчивая выпускниками третьего и четвертого класса. Работа выполнена в разных техниках, но отбор происходил очень просто. Для выпускников это дипломная работа, а для первоклашек это проба пера, чтобы сравнить себя с выпускниками. Выставка «Весенняя копель» будет действовать в музейном центре до сентября. Адрес: город Ульяновск, улица Льва Толстого, 49.